Для поисков группа волонтеров выехала в деревню Благодатная. Добровольцы разбились на два отряда, чтобы прошерстить местность, где в последний раз видели Ольгу Никитину. Вот тогда будем смотреть просто территорию. Заброшенные дома есть, сказали. Волонтеров привлекли эти заброшенные здания. Туда отправились в первую очередь. В первом здании ничего, а вот возле второго поисковики заметили следы, которые вели к колодцу. Что по поиску нашлась? Мертвые! Тело 75-летней Ольги Никитиной находилось в колодце. Женщина была одета в черный пуховик и гамаши. Внук Сергей сказал, что раньше бабушка часто уходила гулять, но всегда возвращалась. Потеря памяти, да, страдала, то есть. И она когда пропала? В пятницу вечером, получается, приехала из больницы. Судя по заброшенным стадиям, когда ходили, увидели след табучек. Как бы посмотрели. Естественно, подошел по этим следам. Уже было обнаружено тело Ольги Никитиной. Недалеко от этого места волонтеры также обнаружили икону. Внук подтвердил, она принадлежала его бабушке. Ольга Никитина ушла из дома в прошлую пятницу. Родные сначала искали ее сами. Думали, вернется. Был ли это суицид, несчастный случай, или же бабушку столкнули в колодец? Точную причину гибели теперь определит следствие. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.